Принесли нам, наконец, завтрак. И вот такая вот какая-то... Выше, чем Бердянскому. Да, да, да. Муж подсказывает, что быстрее, чем когда мы были в Бердянске, в дорогом суперотеле. В очень дорогом. Там нам обходилось более 3000 в сутки. И вот принесли нам вот так вот оформлено блюдо. Ну, приятного аппетита!